Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно открыл Екатеринбург-арену. После масштабной реконструкции к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. Церемония прошла перед началом матча «Урал-Спартак» второго тестового матча на обновленном стадионе. По словам губернатора, уже совсем скоро здесь пройдут игры чемпионата мира, после завершения которых стадион останется в качестве наследия всем жителям региона. Губернатор поблагодарил строителей, которые точно в срок ввели после реконструкции этот важнейший спортивный объект, умело сохранив здесь все исторические элементы и преобразив его. Зрители, пришедшие на матч, увидели красочный номер в исполнении шоу-барабанщиков вместе с юными футболистами СК «Урал» и гимнастками, воспитанницами олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга, города-организатора ЧМ-2018 Ирины Зильбер. Сразу после этого состоялась торжественная передача строителями и реконструкторами стадиона группой «Синара» символического ключа от арены футбольному клубу «Урал». Генеральный директор «Синара» Михаил Ходоровский вручил ключ президенту клуба Григорию Иванову. Гимн Российской Федерации перед началом игры прозвучал в исполнении уральского хора. Право совершить первый удар по мячу на торжественном открытии Екатеринбург-арены досталось губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона дал пас юному воспитаннику спортклуба «Урал» Федору Алфимову и прославленной спортсменке Ирине Зильбер. Церемония, отметим, состоялась ровно за 60 дней до начала ЧМ-2018. Напомним, Екатеринбург-арена была введена в эксплуатацию в конце февраля. При ее строительстве были использованы передовые инженерные решения. Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей. Предусмотрена возможность для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями. Благодаря оснащению здания современными технологиями, здесь можно проводить соревнования и мероприятия международного уровня. Вокруг стадиона благоустроена прилегающая территория. Для жителей и гостей города создана комфортная рекреационная инфраструктура. Стоит отметить, в Артемовском тоже началось преображение некогда популярного у населения спортивного объекта стадиона «Машиностроитель». И активными темпами продолжается. Так, на сегодня здесь возобновили свою работу секции по футболу, биатлону и хоккею. Кроме того, депутатами Думы Артемовского городского округа выделено порядка 800 тысяч рублей на восстановление футбольного поля этого спортивного объекта. А в один из своих последних визитов в Артемовский депутат Государственной Думы Сергей Чепиков вышел с предложением к руководству муниципалитета с тем, что после проведения Мундиаля ЧМ-2018 в Екатеринбурге для Артемовского есть возможность получить трибуны для оснащения стадиона «Машиностроитель».